Друзья, в субботу страна делает свой выбор. Выбор русского избирателя невелик. Либо проголосовать за молчаливое согласие с закрытием русских школ, притеснением нашего родного языка, обнищанием страны, бегством молодежи и насильственной ассимиляцией, либо отдать свой голос тем, кто борется за справедливость, за прогресс и здравый смысл. Я призываю вас поддержать меня лично и мою партию «Русский союз Латвии». Вам говорят, что у нас якобы низкий рейтинг. Не верьте. Я трижды побеждала на выборах в Европарламент, хотя рейтинги предрекали мне провал. Сегодня авторитетные социологи Латвии признают, что реальный уровень поддержки Русского Союза Латвии существенно выше опубликованных рейтингов. Мы долгое время держали обещание, данное солидному центру изучения общественного мнения, не публиковать рейтинги популярности нашей партии, полученные им по нашему заказу этим летом. Сейчас нас вынудили нарушить обет молчания. Делаем это, не раскрывая название центра. Так вот, 9% респондентов ответили, что могли бы проголосовать за Русский Союз Латвии. Дальше. Вам говорят, что надо смириться и ничего не делать. Не верьте. Все те права, которые сейчас имеют русские латвийцы, это не подарок государства. Они отвоеваны у этнократов в напряженной, непрерывной борьбе. На улицах, в представительных органах власти, в международных правозащитных организациях. В той борьбе, которую на протяжении более четверти века возглавляет и организует Русский Союз Латвии. Вам говорят, что маленькая фракция Сейма не сможет ничего сделать. Не верьте. Нам удалось трижды заставить власти отменить уже принятые решения о полной ликвидации среднего образования на русском языке. Удастся и сейчас. Наша фракция в Сейме будет добиваться восстановления образования на русском языке всех уровней, упразднения языковых инспекций, ликвидации массового безгражданства, прекращения конфронтации с Россией, переориентации военных расходов на нужды уязвимых слоев населения, прежде всего пенсионеров и молодых семей. Сочетая парламентские методы, массовые акции, работу в Европейском парламенте, международных организациях, сочетая юридические и иные законные методы давления на власть, мы создадим непреодолимое препятствие для радикального национализма, для разворовывания страны. Вернем Латвии и каждому ее жителю достоинство, права и перспективы. Вам говорят, что Русский Союз Латвии, мол, отбирает голоса у кого-то. И это ложь. Ваш голос принадлежит только вам, и ваше право отдать его Русскому Союзу Латвии, который будет реально отстаивать ваши интересы. «Не думай о мгновениях свысока» – эти слова из песни культового сериала знает каждый. Ваше мгновение наступит в эту субботу, когда вы выберете один бюллетень из 16. И эти ваши индивидуальные мгновения превратятся, я уверена, в нашу общую победу. За Русский Союз Латвии, за список номер 1.